Надо, наверное, сказать привет, зритель. Так, до хрена приблизила. А речка Патешка. Боже, очень давно я к ней подходила. Ну, не то чтобы совсем близко. Еще тогда деревья росли, которые потом укокошили. Соседи. Кажется, соседи. У меня есть немножко времени. Я свою работу сделал за 3 дня, за 3 приезда. А родственники у пчел. Потом на компе гляну как-то вблизи. Хоть я и в резиновых, я просто не знаю, есть сейчас тут дорога какая-то или нет. Там довольно широкий кусочек этой речки. Я не помню, монтировала я или еще не успела с прошлого года, последний день, когда, наверное, тут была. Ну, последние дни. Как раз за соседский огород первая жизнь зашла. И там продолжение этого прудика, этой речки. Ручья. Ручей, речка Паташка. Такие сказочные ебеня. Судя по всему, что вон там вот такая лощинка, наверное, когда-то тут была тропинка. Тут же дома, в принципе, были. В деревне 33 дома помещалось. От тех берез, от гороховского дома, которого сейчас уже нет, давно уже нет. До этого самого, до дороги. Которая как бы круговая. Может быть, в этих штанах только на велике можно ездить, но я в них тут шастаю. А вверх я сняла, я сейчас в топике. Но вверх я тут снимаю, как бы он такой красивый, яркий, оранжевый. Тут-то, если что пристанет, можно отцепнуться. А вверх как-то уже, кажется, вот и стряпается. Ветло. У нас там как бы сосед приехал с детьми, вроде как вчера. Ну, у них дом такой, что можно и зимой жить. У нас, наверное, при желании тоже можно, только печку больше, наверное, 2 растопить. Дальше я что-то не рискну туда. А еще зрители. Этим летом будет сколько? 6 лет каналу или 7 хз. Ну, сколько-то там будет, да? 15, 6, наверное. 6, наверное, лет каналу. Так, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Да, 6 лет. И за все это время ко мне пара чел приехала, и один чел звал к себе, я к ней ездила. Костя, я к тому, что никто в эту деревню из любителей деревенских бложиков так и не удосужился доехать. Хотя вот подруга у меня все собиралась, ну, в прошлом году этот коронавирус случился. Она, точнее, у нее случилось так, свои проблемы, что она все лето там в больничке с детем провела. А в этом году вроде планируют, тут как раз дорогу сделали в Прилуке. У нас, кстати, утки, я не знаю, там пруд приближал, мне показалось, что там что-то плавало. Ну, знаешь, что на пруду плавает утка, в смысле, бывает. Не знаю, была ли точно в этот раз.
Я решила здоровьем пройти еще пару шагов. Тут уже такие ебеня. С кем-то я бы прошла. Так вот, зритель, если ты любишь природу, и ты адекватный, проезжай сюда. Мы с тобой на великах по всяким дальним дорожкам поездим. По буеракам походим. Я знаю, что в той степи есть яма. Ну, в смысле, там дом был, скорее всего, это как бы подполье. Несколько лет назад, может, еще Маруся была жива, сюда приходила еще с котиком. И в этой яме был мусор. Я подозреваю, что человек, который в прошлом году в этот дом не приезжал, либо еще какой-то, ну, короче, люди, которые тут наездами, там и насрали этот мусор. Потому что он был такой как бы современный. Вряд ли такой мусор мог остаться от хозяев того дома, который был на том месте. Ой. Хочется вроде там пройти, но в ХЗ, эту дорогу. Это поле. Тут вон дерево. А нет, это не дерево. В смысле не бревно. Это так лежит, скажем так, самопальная солома, которая имитирует издалека полуметра дерева. Ну, солома своего рода тоже дерево. Такое ощущение, будто там доска у этого окна. Может, кто-то в как бы жилой, ну, по крайней мере, он хозяин-то живой у него. Иногда сюда наведывается дом. Залезал прям в окно. А у меня телефон будет, наверное, мегафон говорит, что я в какой-нибудь там Тверской области, до которой еще километров 10 пилить. В среднем. Я вчера жаловалась телеку, как я нахрен устала. Утром я еще тоже, как бы, я хоть и выспалась, ну, лучше, чем в прошлый, чем в среду, когда мы ездили. Сейчас я говорю, ихи, 6 раз, 7. Все, вроде. Будь здорова, Лёля, спасибо. Так сказать, короче, в среду мы тоже на утреннем ехали. Я спала тут 2 часа. Сегодня я спала 3,5 часа. Ну и с утра, может, немножко еще не в духе было, потому что, знаете, когда вам не пришей здоровье хвост делают замечание, не разобравшись, в чем причина, в чем вообще происходит, несколько напрягает. Ну, один не выспавшийся на другого полувыспавшегося. А сейчас мне так что-то нормально. Я побосрачила на благо деревни, в смысле дома. У меня, правда, онемел кусочек указательного пальца на правой лапе. Вот там я вижу, кажется, мусор. Как бы намекая мне, что надо было уже отдохнуть. Мы еще сегодня забор поставили, который когда-то упал в позапрошлом, наверное, году или в прошлом году, хз. И это самое. Там листья оказались. Ну, как бы, если пчелы не будут буянить, то можно сейчас будет прийти и загребсти эти листья, потому что они были под забором, и их было в любом случае не смести, пока не поставишь. Реально доска в окно. Вроде не такой высокий этаж, чтобы туда доска. Да и вроде шарахаться-то тут некому. Те, которые разбирали дома, уже давно тут не живут. Наверное, 4-й год будет. 3-й-то точно.
приближаются, мы так стрёмны. Потом на мониторе посмотрю, что там такое страшное. Не, не факт, что там, конечно, страшное. Но когда ты очкарик хреново видишь, что... Не всегда видишь то, что оказывается на самом деле. Так, аисты должны быть. О, аист есть, вижу аиста. Через камеру вижу аиста. Если что, у меня тут, возможно, лапа дрожит. И если кого-то бомбит, то бомбите дальше. Мне тут одна мадам, я вот, ну я понимаю, что такие до сих пор еще существуют. Писала привет, я не помню, как тебя звать. По поводу такая девушка хорошая, Оленька, или как-то так. Сделаю улыбку. Ну так, технично намекнула, что у меня проблемы с молочными зубами. На всякий случай напомню, у меня их 27 всего. О, полетел, прикиньте, полетел. Редко так, когда на камеру их снимаешь, а он вдруг сваливает. Там кто-то там второй сидит. Короче, у меня тут ближний родственник какой-то приезд без меня. Скидывала фотку в WhatsApp на каком-то поле. В луже, не в луже, ну, короче, в жидкости в воде. Были лебеди. В районе, ну, как при Луком ехать. А в прошлый раз, когда мы на машине с сестрой уезжали в понедельник, в среду там мы на автобусе ехали. Дед нас увозил на автобус. В среду как раз. В понедельник-то не было такого. В среду, короче, я заметила там какого-то белого гуся, не гуся. Ну, у меня родственник считает, что это аист бил. Может, и аист. Ветерком тут всякая шарахает. Так вот, это там по поводу моих зубов все еще люди. Вот у меня такое ощущение, что люди, которые пишут в комментах, ну, наверное, дохрена взрослые. Взрослее меня стопудово. Они на улице стопудово тыкают пальцем в людей, типа, смотри, смотри, ты такой внешне умный, хорошенький, но улыбки у тебя нету, иди к этому стоматологу. Понимаете, люди, конечно, в нашем мире стоматологии возможно практически все, но у меня изначально 27 зубов. Ну, не 28, не 32, 27 зубов. Из них 6 уже постоянных. Сколько-то в зачатках. А остальные все еще молочные. Полноценно молочные. Наполовину молочные. Но спасибо за вашу заботу. Если вы такие заботливые, задонатьте на канал, хрен ли. Советовать-то и я могу. Я вот могу посоветовать. Но, к сожалению, не знаю, медицина может такое делать или нет, чтобы как бы... Ну, вот зубы можно сделать, а мозги можно сделать. Кем-то, допустим, советуют сделать зубы. Стопудово потом буду злая Лёля. Я вот там вижу какую-то хрень. Я ее приближаю, но, видимо, я ее очень сильно приблизила. А сейчас еще солнце так светишь, я ни хрена не вижу. Короче, там раньше был колодец, но потом его разобрали. А сейчас я вот смотрю, и вроде кажется, будто там колодец. Но я знаю, что его разобрали. А что это такое? Не пойму. Может, это просто какой-то куст. Я года два сюда не проходила. В прошлом году у меня, не помню, получилось здесь пройти или нет. А, терн я собирала. По-моему, я все-таки прошла сюда. А весной-то в прошлом году я была без очков, помню. Недели две где-то. И ждала эти, которые сейчас на мне. Тут, конечно, такие тоже сказочные буерайки. Мне кажется, то слово, которое я до этого говорила, ну, наверное, матное. Меня. Так-то она и поворачивает. Но я снимала уже много раз вот эти кусочки на телефон, и на камеру на эту, наверное. И вон там вот идет. Вон там еще одна яма. Вот здесь вот, ну здесь, по-моему, просто мусор. А вот здесь вот яма. Да, здесь было две таких ямы. Вот где дерево как бы из ямы растет, вот там тоже яма. Я тупо смутно помню тут дорогу, потому что раньше ее как-то протаптывали, прокашивали. Может, что кто-то живет, у которого сейчас почему-то доска в окне. Сюда шастал сейчас.
Да, вон та помойка тоже. И представляете, вот у человека есть как бы машина. Он может это все как бы собрать и поехать в город и выкинуть там какую-нибудь урну. Но нет, удобнее захреначить тут. Чтобы весной какая-нибудь люля на камеру это засняла. Природа такое место, особенно тут. Ушел на 5 минут, оказалось на 2 часа. Ну, а сейчас буду глянуть, сколько времени. А то мы вроде как должны то ли в 2 выехать, то ли в 2 в городе быть, хз. Может, повезет, я в следующий раз сюда. Ну, приедем еще сюда до того, как тут все зарастет. И у меня будет тоже немножко времечки. Времечко, и я сюда прям напрямую профинтюрю. Поэтому, зритель, наверное, попрощаемся с тобой. Если что, я, может, еще что-то напишу. Но не факт. Вот давай еще этих айсов приближу тебе. Себе заодно. Он тут дерево еще закрывает. А лапа у кого-то дрожит. О, смотрите, нам повезло, он садится туда. Хороший день, удачный. Он улетел и взлетел. И вернулся, в смысле. Короче, пока, зритель. Вечерний постскриптум, зритель. Походу, дело колодец не разобрали. Либо его заново соорудили. Либо это не колодец. Опять же, на мониторе рассмотрю. Ну, тут стрёмно. Тут хрен знает, где этот колодец на самом деле был. К тому же я топографический кретинист, не то чтобы в этом плане, тут я заблужусь. Просто я не помню, где тут тропинка была точно. Вот прикиньте, вроде как дом, вполне все живым хозяином. И что с ним сделали вообще? Ну он как бы на отшибе, то все, но... Вон там грибы. Сейчас поближе подойду. Грибам. Грибы. О, еще гриб. Я тут их пофоткала. Какие замечательные грибы. Наверное, что-то с ними делают. В общем, зритель, если ты любишь такие грибы, welcome to hell. Френды. Я опять репейку посадила на себя. Сначала я на себя посадила, когда гребла. Вообще. Несмотря на то, что тут осталось 1,5 землекопа, очень даже хорошо. Тут. Хорошо не потому, что осталось, а хорошо вообще. Тут лужится. Моя тень. Мне очки поправила на носу рукой. Такое ощущение, будто дом практически как дом Полянского, который там вот на углу, на выезде. Наверное, пока зритель, что по времени как бы надо двигать дому. Не забудь поставить палец кверху.